Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Марии Рудая. Коротко о главных темах выпуска. Созидание и объединение. Рязань уже начала встречать День народного единства. Источник жизни. Студенты РИАСГМУ сдали кровь для нуждающихся. Со спортом по жизни в Академии ФСИН России состоялось торжественное открытие спортивной площадки европейского уровня. В Рязани начали отмечать День народного единства. Сегодня по городу проехал читающий троллейбус, в котором звучали стихи. Напомню, праздник отмечают в России с 2005 года. Он был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовских захватчиков. Нельзя не упомянуть и рязанца. Прокопий Липунов стал героем первого ополчения. Дина Исляева продолжит. Воздушные шары, детские рисунки, 10-й троллейбус накануне Дня народного единства превратился в литературный. Маршрут тот же, площадь Попова, улица Крупской, проезд бесплатный. Отличное настроение, и троллейбус подготовлен к работе. Так что все нормально, считаю. Старт от площади Ленина. Среди пассажиров есть те, кто специально пришел прокатиться по этому маршруту. Я, если не все, то очень многие истории каждого дома города Рязани я, извините, знаю. И поэтому мне это очень интересно. Я поэтому сюда и пришел. Организаторы подготовились, чтобы ехать было не скучно. В пути читают сказки и стихи, но вначале об истории праздника. Он связан с событиями 1612 года, подвигом наших предков, которые сплотились во имя свободы и независимости России. В этом году праздничные мероприятия 4 ноября пройдут на территории Соборного парка у Рязанского Кремля. Главная сцена будет расположена здесь, у часовни в честь 900-летия Рязани. На ней расскажут о празднике День народного единства и исторических событиях древних времен. Справа от памятника Сергею Есенину установят вторую сцену под названием «Фольклор». Здесь жителей и гостей города ждет концертно-игровая программа, посвященная традиционному народному творчеству. И третья площадка будет у памятной сцены в честь 1812 года. Здесь расскажут о традициях и знаменитых полководцах, героях различных сражений. Кроме того, в День народного единства будут работать игровые площадки, мастер-классы уличных танцев, подготовят и бесплатные угощения. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Российским ученым и передовым изобретателям вручили премию по науке и технике имени академика Владимира Уткина. Награждение прошло на базе Рязанского государственного радиотехнического университета. С места событий Валерий Седов. Редко где можно увидеть такое количество конструкторов и инженеров в одном месте. Это передовые ученые со всей России. Сегодня им вручат медали имени академика Владимира Федоровича Уткина. Медаль – это награда за большой период жизни. Это не за какое-то разовое дело. Это за большой очень период жизни. Люди положили всю жизнь на это дело. Значит, и поэтому это такая комплексная оценка деятельности человека. Медаль имени академика Уткина вручается с 2001 года. Их существует две разновидности – золотая и серебряная. Она как дань памяти и уважения академика. Такая награда является почетной во всем мировом сообществе. И когда он уже приезжал в Рязань, то он старался вообще всегда как бы помогать рязанцам, будучи еще в Днепропетровске, когда там был генеральным конструктором. Но когда приехал на родину, то, естественно, вот как бы он старался каким-то образом помочь своим землякам. Вот. Ну и вот получив, как бы получилось, что ответную такую любовь, поддержку со стороны земляков. Вручается медаль в трех номинациях. Региональной – за вклад в развитие экономики Рязанской области. Общероссийской – за вклад в развитие экономики и обороноспособности страны. И международной – за вклад в международное сотрудничество в космосе. И сегодня в стенах Рязанского государственного радиотехнического университета ее получили 6 человек по всем номинациям, кроме международной. Я представляю, все-таки, наверное, уже следующее поколение людей, разработчиков, руководителей научных организаций, которые должны давать импульс для еще следующего поколения. Конечно, когда вручаются премии, это стимул прежде всего для нового поколения идти в исследовательский сектор, в разработку. Это новые все-таки вещи, это новый потенциал, это новое развитие. Это будущее, собственно, для нашего государства. В бизнес-инкубаторе радиотехнического университета присутствуют и студенты. Те, на чьих плечах лежат будущие открытия. Люди, которые продолжат путь современных ученых. Для ребят это, наверное, знакомство с людьми, которые сегодня совершают открытия научные. Причем такие открытия,
предприятия, которые используются в оборонностроении нашей страны, в защите наших пространств и внедрении самых новых инноваций и технологий в производство. Это важно и для новых поколений специалистов и руководителей, которые работают сейчас и придут после. Это те люди, которые будут руководить конструкторскими и производственными коллективами, сохраняя связь времен и преемственность поколений. И кто знает, может, кто-то из этих молодых студентов вскоре даст новый виток в развитии конструкторских бюро. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Банк «Быть, а не казаться» – такую акцию провели студенты Рязанского медицинского университета. Это единый день донора среди учащихся вузов Рязани. Он прошел на базе областной станции переливания крови. В первый день работы собрали 16,5 литров крови. Подробности далее. В коридоре областной станции переливания крови собралась очередь из желающих помочь другим. За один час собрали около 11 литров крови. Главным идеологом акции стала будущий детский эндокринолог, студентка 5-го курса лечения факультета РязГМУ Дарья Копытина. Она представила проект «Банк. Быть, а не казаться» на областном конкурсе и стала победителем в номинации «Здоровье», благодаря чему и появилась возможность провести акцию. Сама девушка сдает кровь с первого курса, считает это своим долгом. Она не понаслышке знает, что кровь нужна всегда. Не прошло и суток с момента начала акции, а собранная кровь уже помогла спасти жизнь. Уже вчера эта кровь, которая была собрана, из нее приготовили концентрацию тромбоцитов, которая пошла на помощь маленькому ребенку. Первый день мы уже непосредственно знаем, что наша кровь уже пригодилась и что мы помогли маленькому человечку. Софья Бабаева уже сдала 450 миллилитров крови. Именно столько берут за один раз. И ждет в кресле, когда можно будет пойти домой. Она опытный донор. Уже сдавала кровь 7 раз. Девушка уверена, дело это крайне нужное. Сама тоже работаю, подрабатываю медсестрой и как бы вижу, что кровь нужна для переливания. Я просто надеюсь, что кому-нибудь она пригодится и поможет. Чаще всего для чего требуется кровь? Ну, при кровотечении. Часто, когда гемоглобин низкий, кровопотери высокая, поэтому переливают. По статистике, каждый третий человек в мире хоть раз в жизни нуждается в переливании крови. При этом врачи говорят, что причиной могут стать не только всем известные факторы, такие как аварии, операции, гемофилия. Но любое заболевание может повести себя непредсказуемо и потребуется кровь. Ануш Дорбинян об этом знает. Она является координатором движения доноров Рязанской области. Мы занимаемся популяризацией донорского движения, то есть привносим в массы и привлекаем более молодых доноров сдавать кровь, потому что очень важно, чтобы это были именно молодые, здоровые люди, потому что везде как бы кровь все-таки в дефиците, и было бы хорошо, если бы никогда люди не чувствовали нужду в ней, и постоянно сдавая кровь, мы будем уверены, что ее будет необходимое количество. На этот раз студенты-медики объединили все остальные вузы для благого дела. Об участии заявили все высшие учебные заведения города. Акция прошла в первый, но организаторы надеются не в последний раз. Мария Рудая, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Торговцы жизнью или смертью. Вопрос фальсификации лекарственных препаратов в России стоит крайне остро и поднимается на всех уровнях. Но не менее актуальна тема лицензирования аптечных сетей. В Рязани сотрудники МВД закрыли аптеку без лицензии. Ее обнаружили в ходе операции «Пангея». Всего было проверено более 200 организаций розничной торговли лекарственными средствами и выявлено более 30 нарушений. Подробности далее. Таблетки по 1-2 штуки, медикаменты без вторичной упаковки, препараты, которые вызывают сомнения в их подлинности. В Рязани закрыли один из аптечных пунктов, который продавал товары без сопроводительных документов. Купить здесь можно было и кодеиносодержащие вещества, запрещенные к реализации без рецепта врача. Полицейские установили, что организация прекратила свою деятельность в январе 2017 года. Аптечный пункт не имел лицензии на медицинскую и фармацевтическую деятельность. Аптечный пункт функционировал в вечернее и ночное время. При этом провизор работал без оформления трудового договора. Оперативники аптеку закрыли, лекарственные препараты изъяли. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, которые для вынесения решения о мере наказания направлены в надзорные органы, в Росздравнадзор по Рязанской области и в соответствующие территориальные подразделения областной прокуратуры. Проверка прошла в рамках операции «Пангея». В октябре полицейские и представители Росздравнадзора проверили 206 организаций розничной торговли лекарствами и нашли 36 нарушений. Среди них два факта в сфере оптовой торговли медицинской продукцией. Галина Кудряшова совместно с пресс-службой ОМВД.
пятницу в Академии ФСИН России состоялось торжественное открытие обновленной современной спортивной площадки. Здесь можно проводить игры по мини-футболу и волейболу. Установлены два баскетбольных щита для игры в стритбол. На мероприятии присутствовали и знаменитые гости. Еще год назад на этом самом месте лежал асфальт. Практически в самом центре Академии ФСИН России находилась обычная спортивная площадка. Теперь же спортивная жизнь здесь, если не изменится, то точно получит второе дыхание. На открытии обновленной площадки присутствовали и приглашенные звезды мировой величины. У трибуны заслуженный тренер России, бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Сергеев. В прошлом выпускник Академии. Он дал молодым курсантам простой совет – развивайтесь, как физически, так и духовно. Физическое развитие, оно вообще необходимо для всех. А тут для сотрудников ФСИН они все равно должны быть физически развиты, они должны быть и подкованы, и юридически. Когда существует такая площадка, намного легче совершенствовать свои физические способности. Да, я думаю, что, конечно, это поможет. Среди приглашенных на мероприятие были исполняющие обязанности министра по физической культуре и спорту Рязанской области Павел Гамзин, а также представители Рязанской епархии, ветераны и спортсмены вуза. И под торжественную музыку перерезали красную ленту. На обновленной спортивной площадке прошла серия дружеских матчей по волейболу, баскетболу и мини-футболу. Право ввести в игру первый матч получили ветераны Академии. Поддержать свои команды пришли представители всех курсов. Ребята активно скандировали и подготовили яркие плакаты. Стоит отметить, что футбольная площадка соответствует всем европейским стандартам. Это универсальное покрытие из резиновой крошки и трибуна на 200 посадочных мест. На сегодняшний день это современное покрытие, отвечающее всем стандартам для проведения соревнований. Она оборудована волейбольными стойками, волейбольной площадкой, мини-футбольными стойками, разметкой для легкой атлетики. Все размеры соблюдены, все стандартные, все позволяют проводить не только тренировочный процесс, но и соревнования. Курсанты Академии получили мощный импульс для тренировок и занятий. Они до этого неоднократно побеждали на многочисленных соревнованиях, так что теперь с обновленной площадкой медалей и кубков станет еще больше. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Теперь к самым интересным и значимым новостям недели. В Рязанской области состоялся очередной зимний полевой выход СОБРа. Они проходят в конце каждого периода обучения. Длятся такие сборы от 5 до 10 суток. Все это время бойцы живут по особому расписанию. Стрельбы и ночные стрельбы, занятия по тактике и так далее. Противник с фронта! Группа бойцов СОБРа попала в засаду. Противник с фронта, а значит, нужно активно оказывать сопротивление. Сквозь звуки выстрелов слышны команды старшего отряда. Перезарядка, а затем снова в бой. Промедление может стоить человеческой жизни. Группа отступает в укрытие, прикрывая огнем своих товарищей. Друг для друга они больше, чем сослуживцы. Они семья. И за каждого они готовы биться насмерть. Противник с фронта! Это не фрагмент боевого выхода, всего лишь учение, но максимально приближенные к реальной обстановке. Отрабатывают эти упражнения во время полевых выходов. Полевые выходы проводятся в основном в разных местах, но в течение последнего года мы ездим вот на данную местность. У нас заканчивается летний период обучения, согласно программе боевой подготовки, и на полевом выходе мы подводим итоги, сдаем зачеты, тесты всему, чему мы научились за период подготовки. У бойцов СОБРа два полевых выхода в год в конце каждого периода обучения. Сейчас заканчивается летний, который продлился 5 дней. Бойцы отточили навыки, приобретенные за это время. За каждым членом отряда закреплено несколько видов оружия, но стрелять нужно уметь с каждого. В настоящий момент бойцы отрабатывают упражнения с двумя видами оружия. Сейчас у меня в руках АК-103, калибр 7,62 мм. Здесь я сделал небольшой тюнинг, на него поставил цевьё с планкой Picatinny для установки фонаря. И также коллиматорный прицел установил. Пистолет Ярыгина, весит он 950 граммов. Магазин на 18 патронов, в отличие от старого ПМ, в котором был всего 8. Более удобная перезарядка магазина из-за наличия кнопки. Есть и более специфичное оружие, узконаправленное. За снайпером, например, помимо винтовки закреплен и пулемет «Корт» калибра 12,7. Весит такое оружие без малого 33 килограмма. Для непривыкшего человека выстрел из любого оружия звучит очень громко. Сравнить их можно разве что с салютом, который запускают на каждый городской праздник. Вот только пулеметы и гранатометы стреляют так, словно этот салют взрывается рядом с ухом.
Самое громкое оружие на полигоне – это РПГ-7. И к нему идут два вида снарядов – инертные и кумулятивные. Разница лишь в том, что вторые взрываются при ударе, а первые – нет. Не для всех бойцов СОБРа этот полевой выход очередной. Кто-то на таком впервые. Владимиру 25 лет, он в звании лейтенанта. Оперативником стал совсем недавно, всего полгода назад. Для этого пришлось сдавать суровый экзамен. Это кросс на 3 километра за 11,5 минут. Следом без отдыха подтягивания 20 раз. Далее нужно сдать силовые упражнения, также без передышки. И как финал спарринг с тренированным бойцом. 3 раунда по 1 минуте. Владимир свой экзамен сдал. Готовился очень долго, несмотря на то, что с детства занимаюсь спортом, но все равно нагрузки очень серьезные, это далеко не каждый может сдать, несмотря на то, что даже спортсменам нужно готовиться, именно готовиться под сдачу нормативы, очень тяжело. Очень хороший коллектив, сразу приняли, как в семью, все подсказывают, как правильно, ну даже банально с оружием обращение, хоть и в органах давно, погоны давно, но много такого оружия, которого еще до этого я не видел. Рассказывать о полевом выходе можно бесконечно. Каким оружием бойцы пользуются, что за упражнения отрабатывают и как к этому готовиться. А еще дольше можно говорить о людях, лица которых спрятаны под масками. Какой путь они проделали, как тренировались и как возвращаются домой после командировки. Вот только сами бойцы попросили говорить о них без обычных военных высокопарных слов. Просто люди, которые выполняют свою работу, как учителя, врачи или водители. Да к тому же и сами бойцы СОБРа немногословны. Они говорят языком выстрелов. Если не СОБР, то где себя видите? Наверное, уже нигде. Если не в СОБРе, наверное, уже нигде. Потому что СОБР – это, наверное, болезнь. Валерий Семин, командир СОБРа, сказал, что описать бойца можно одной простой фразой: «Хочешь мира – готовься к войне». Поэтому вот они, безымянные солдаты, чьи подвиги так и останутся в секрете. Мужчины, которые всю свою жизнь учатся военному ремеслу. И на таких полевых выходах отрабатывают все приобретенные навыки. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 26 октября в сети интернет появилась информация о необходимости получения гражданами полиса обязательного медицинского страхования нового образца до 1 ноября 2018 года. Далее говорилось о том, что те, кто не успеет получить новый полис, сможет это сделать только с 1 января 2019 года. О том, насколько это соответствует действительности, далее в сюжете. Это настоящий обман всероссийского масштаба. Поменяй полис ОМС, а то не успеешь. Именно так гласили табло на самых разных информационных ресурсах всемирной паутины. Но сотрудники регионального фонда обязательного медицинского страхования уверяют, ничего общего с действительностью данная новость не имеет. Это совершенно незаконная информация, которая ввела граждан всей страны в заблуждение. В настоящее время уже даны разъяснения федерального фонда. И я тоже хочу пояснить гражданам Рязанской области ни в коем случае не поддаваться панике. По данным фонда обязательного медицинского страхования, сейчас на территории России действительными и законными являются три вида полисов ОМС. Два варианта бумажных, разница лишь в году выпуска, до 2011 года и после. И новый полис с чипом в виде пластиковой карты. Все три документа абсолютно равнозначны и дают право владельцу получать установленный перечень медицинских услуг бесплатно. При этом по системе обязательного медицинского страхования сейчас работают не только государственные клиники. В сфере медицинского страхования в 2018 году в реестр медицинских организаций было подано 99 заявлений от медицинских организаций. Из них большее число составляют государственные учреждения, их 55, 7 медицинских организаций федерального уровня и 37 негосударственных медицинских организаций, из которых 35 частной формы собственности. С перечнем поликлиник и видом оказываемой помощи можно ознакомиться на сайте Фонда обязательного медицинского страхования. Чаще всего частные клиники оказывают диагностические и стоматологические услуги, а также ИКО. Несмотря на то, что в частных клиниках возможно воспользоваться полисом ОМС, полностью перевестись в такие центры невозможно. А вот раз в год поменять медицинскую организацию, как и страховую, по закону каждый человек имеет право, но только до 1 ноября. Обязательно надо подать заявление на имя главного врача той медицинской организации, которую он выбирает в данный момент. И уже на усмотрение главного врача, если у него есть такая возможность принять человека на это обслуживание, это все происходит. Если вы все же решили сменить поликлинику, взвесьте все за и против. Прикрепление идет по территориальному признаку, то есть где ближе. И если сейчас вы можете вызвать врача на дом в случае болезни, то с другого конца города терапевт не поедет, просто потому что не должен. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город».
В Рязани появится дублер Солочинского моста. С такой инициативой выступил заместитель главы регионального министерства транспорта Валерий Еремин. Особенно острая необходимость альтернативной переправы через главную водную артерию региона автомобилисты ощутили во время ремонтных работ на мосту через Аку. Главная задача проекта – не повторить километровые пробки и дополнительно разгрузить одно из любимых направлений рязанцев. Подробнее расскажет Валерий Седов. Мост через Аку может появиться в районе села Льгово, место, расположенное в низине, в районе 5 километров от города. Село Льгово относительно небольшое, практически по всей территории застроено домами, так что найти хороший подъезд к реке Оке не так уж и просто, что уж и говорить о строительстве целого моста. Помимо реки Оки, строить мост придется и через несколько озер. Общая протяженность его составит почти 4 километра. Для сравнения, мост на Солочу длиной чуть больше одного. Местные жители рассказали, что подъехать к реке из самого села сложно. Хороших мест можно сосчитать по пальцам одной руки, да и дорога оставляет желать лучшего. По самому широкому проезду чаще всего ездили машины, груженные песком. Все остальные дороги расположены между жилыми домами. Валерий Еремин, заместитель главы регионального министерства транспорта, уточнил, что мост будет построен именно в районе села. То есть строительство вполне может быть и у Рубцова. Новость появилась 31 октября, но в сети уже нашлись несогласные с этим проектом. Я вот одного не пойму. Кто и как обосновал необходимость такого дорогущего проекта? Имеющийся мост с пропускной способностью 20 тысяч транспортных средств в каждом направлении в сутки и без ограничений по грузоподъемности. Противоположный от Рязани берег низменный, и затевать там строительство весьма накладно. Намного логичнее и проще не пойму застраивать, а двигаться вдоль реки по высокому берегу и от реки в границах планируемого южного обхода Рязани. Мост в районе Льгова даст выход на тупиковое Спасское направление, где увеличение трафика не ожидается в обозримом будущем. А для выхода на Клепиковскую дорогу придется капитально перестраивать участок от Мурмина до Шумыши. То есть затраты огромные, а эффект от таких вложений мизерный. Мнение водителей по выбору места строительства моста и его необходимости также оказалось неоднозначным. Со стороны села Льгова я, наверное, не думаю, что это целесообразно, потому что как бы Льгова тоже оно в этой стороне находится. Если бы оно соединялось где-то со стороны там Московского, то еще может быть как-то и было бы выгодно, и удобно. А так я не думаю. В принципе, как вариант, но, конечно, лучше с городом соединить. Мне кажется, немножко поближе. Очень далековато. В принципе, весь поток здесь идет, а там кто будет ездить? Круг давать большой. Или где-нибудь около Рыбного что-нибудь там усилить. Заместитель главы регионального министерства транспорта уточнил, что будущее строительство – это проект очень дорогостоящий. Он отметил, что в настоящий момент ведется работа по привлечению федеральных средств. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Смешные цифры. Прожиточный минимум для пенсионеров на 2019 год вырос на 75 рублей. Общая сумма составила 8568 рублей. На что ориентировались законодатели, озвучивая эту сумму, и по каким статьям расходов ориентировались, а также можно ли прожить на эти деньги, расскажет Галина Кудряшова. Прожиточный минимум – это величина дохода, от которой зависит материальный уровень жизни человека. В него входит стоимость основной потребительской корзины, а также ежемесячные платежи и сборы. С 1 января 2019 года для пенсионеров он составит 8568 рублей. Величина относится только к неработающим людям. Стоит отметить, что это не те деньги, которые человек получает на руки, а сумма трех величин – пенсии, льгот и наличие инвалидности. Если их сумма меньше прожиточного минимума, то из федерального бюджета выплатят разницу. По большей мере это получатели пенсии по случаю потери кормильца. Это несовершеннолетние дети, так называемые иждивенцы, или совершеннолетние дети, которые обучаются, имеют право получать социальную или страховую пенсию по случаю потери кормильца. И в большей мере вот их пенсии доводятся до уровня федеральной социальной доплаты региона. В прожиточный минимум входят продукты, средства личной гигиены, коммунальные услуги, верхняя и повседневная одежда, обувь и другое. При этом в расчет берутся самые дешевые материалы, а их объем часто не соответствует действительности. Для примера возьмем транспортные расходы. В прожиточный минимум заложена стоимость 150 поездок в год. Эту сумму нужно разделить на 12 месяцев и еще на 2, ведь нужно доехать до места и вернуться обратно. Получаем всего 6 поездок в месяц. Интересен и другой пункт – медицинские препараты. В прожиточный минимум заложены только 5 упаковок бинтов, 5 килограмм ваты, 5 упаковок валидола или валерьянки, 2 флакона антисептика, витамины и препараты от ОРВИ. Остальное не предусмотрено. Ну, лекарства покупаем, которые вот действительно нужные лекарства. Врачи назначают, конечно, иногда такие цены, там лекарства очень дорогие.
иногда даже стараешься что-то основное, что вот именно эффективное купить, а уже не все подряд, потому что иногда не позволяет просто-напросто в финансовом отношении. Лекарства очень много покупаю. У меня операция была в глаз, глазные капли очень дорогие. Ну, в пределах, знаете, сколько? Около 3000 уходит на лекарства, если по-хорошему. Для мозгового кровообращения лекарства очень дорогие. Как правило, это за 1000. Стоит отметить, что пенсионный фонд является лишь исполнителем, а расчетом и установлением прожиточного минимума занимается Министерство труда Рязанской области. Ранее это относилось к полномочиям регионального правительства. В 2019 году сумма минимума выросла на 75 рублей. Галина Кудряшова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Отдохнуть с пользой, отметить день рождения, стать режиссером лего-мультфильма. Первый и пока единственный в Рязани лего-дром работает в каникулы и ждет новых посетителей. Мастер-классы, веселый лабиринт, игровые зоны. Интересные занятия здесь найдут для любого ребенка. Хэллоуин в легодроме отметили вместе с друзьями. Родители и дети играли в веселые старты, наряжались в привидения. Праздник получился веселым и совсем не страшным. Считать, наверное, сам момент, да, открытия лего-центра. С летом мы ходили, когда вот каникулы были, когда в садик не ходили. И решили сегодня прийти на праздник Хэллоуин. В легодроме есть игровая зона, детский лабиринт. Инструкторы проводят мастер-классы по робототехнике, съемке лего-мультфильмов, рисованию 3D-ручкой. Но самое главное, легодром – это огромная вселенная лего, побывать которой мечтает каждый ребенок. В музее можно увидеть замки, динозавров, корабли из конструктора. Здесь можно играть и собирать свои игрушки. Они найдут себе новых друзей, они познакомятся, они возьмут конструктор, они его пособирают по инструкции. Также можно посмотреть в свободной зоне без инструкции. Они собирают, и родителям нравится то, что ребенок начинает развиваться. Они покупают конструктор и говорят, он начал собирать уже сам. В легодроме действуют разные акции. На посещение игровой комнаты в будни с 14 до 17 часов скидка 50%. Здесь можно отметить день рождения. Программу подготовят специально, которая подходит для возраста ребенка. Уже сейчас в продаже есть билеты на новогодние елки. Работает легодром с 9 до 21 часа по адресу улица Новоселов, дом 62, торговый центр «Европа». Телефон 99-88-05. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Такой была эта неделя. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.tv и в социальных сетях. Я же на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит, она устала, в пробках 2 часа стояла. До работы далеко, добираться нелегко. Каждый день ее я жду, грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас, переезжаем в Еврокласс. Это в центре, здесь все рядом, всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаем тишину и комфорт загородной жизни. Реализуем квартиры в новом жилом комплексе «Полянка» недалеко от Рязани в Полянах. Перед домом оборудована детская площадка. Имеется достаточное количество парковых мест. В шаговой доступности пруд, детский сад, школа, мини-маркет. Телефон 27 5555.